Удар соберет победителей со всех муниципалитетов. В столице Югры пройдет окружной этап молодежного проекта «Учеба для актива региона». Сокращенно «Удар». В конце октября на него приедут амбициозные люди в возрасте от 14 до 30 лет, готовые разрабатывать решения по актуальным общественно-политическим и социально-экономическим проблемам. В рамках регионального этапа пройдет учебно-практическая сессия «Стратегия 2030». На ней научат основам управления. А еще участники пройдут стажировку в органах исполнительной и законодательной власти. Ключевым событием удара станет день дублера. Молодые люди попробуют себя в роли заместителей губернатора автономного округа.